Всем привет. Вот так мы отдыхаем, да? Джесси, только хвостом можем шевелить. Сегодня зарезали сколько? Ну, 20 бройлеров и одну утку. Джесси переел. Багира переела. Никто ходить не может, только валяется. Все. Джесси, ты не умрешь, я надеюсь? У нее шевелится только хвост. Джесси! Багир! Оставьте меня в покое. Дайте спокойно переварить, да? Вот так. Вот так переедают собаки. Ладно. Нюша! Нюш, ты наелась? Нюша! Сейчас расскажу вам одну неприятную историю. Кто-то... Это у меня два кота, это кошка Нюшка и кот Цезарь. Кто-то из них поймал белку. Притащили они домой ее, не домой, а в теплицу, и просто съели. Я увидел, я был в шоке. Мне маленькая дочка прибежала, сказала: папа, Нюша что-то ест. Я пошел посмотрел, там уже пол белки нету. Кто поймал из них, я не знаю. Конечно, или Цезарь, или вот Нюша. Я бы им настучал, если бы я это увидел, но... Уже было слишком поздно. Джесси это все дело доело и потом рыгала, ходила полдня. Да, Джесси? Даже не можешь встать. Ты хоть... Что, здорово забудешь, нет, Джесси? Не, они сегодня переели. Они слишком много сегодня съели. Что Джесси, что Багира. Все. Варим курям мясо. Здесь, видите, красное мясо и это свекла. Мне вот два ведра подогрели свеклы, но уже осталось одно ведро. Это я все варю курям. Сейчас покажу, уже здесь темно. Вот мясо. Это говядина чистая. Ну как чистая? Я вот беру вот такую говядину, видите? Ну, здесь много-много жира. Это говядина по 40 рублей. Считай даром. Считай даром это говядина. И я ее варю курям. О, это мясо почуяло и встало. Джесси, ты что, не наелась, а? Ну ты проглот. Ты проглот, блин. Вот такое мясо я варю курям. Завтра мы пойдем утром с вами кормить. Здесь еще, видите, где-то примерно 40 кг я взял этого мяса. Ну вот остатки. На. Это она съела. Я думал, ей будет плохо, нет. Еще влезет. Багира, вы нормально себя чувствуете? А? Мадам? Багир? Багира? Ты уже даже разговаривать не хочешь. Ей плохо, видимо. Видимо, вы сегодня переели. Все, уйди. Уйди, уйди. Вот это мясо варится сейчас. Вот оно, видите? Начинает закипать. И здесь бульончик сразу красный. Это все будет кушать наши курочки. Завтра утром встанем пораньше. А, сейчас я это все размешаю с отруби. Потом ячмень дробленый. Зерносмесь дробленая. Это все перемешается. И утром будем давать курям. Ну вот наш Цезарь. Цезарь! Цезарь! Ты белку поймал? А, Цезарь? Вот наш Нюша. Нюш, ты поймал белку, Нюша? А, Нюша? 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 Короче, никто не признается. Ладно, все, давайте сейчас попозже. Ну, завтра, наверное, увидимся. Куры уже, у нас уже вот, 2 дня шли дожди. Сегодня вот после обеда вроде бы восстановилось все. Все, опять перевариваю. Переели. Птица уже спать ложится. Канарейки, видите, уже в углу собрались. Уже все спят. Крапива, видите, вон там. Вон на крапиве щеглы сидят. Это семена. Семена крапивы. Сейчас я их... А чечеты кушают. Чечеты кушают еще.
Я сейчас даю очень много разных семян дикой травы. Основная. Ну, я стараюсь их прям напичкать всю птицу этими семенами. Чтоб было все витаминизировано. Зима в Сибири долгая, поэтому они очень долго этого видеть не будут. Ну ладно, все, это завтра. Завтра утром пойдем кормить наше хозяйство. Куры. Куры уже заходят. Молодцы, сегодня сколько? 68 яиц было. После дождей вот здесь немного грязь. Ну, уже все спать ложатся. Горят вот такие два прожектора. Я их включаю вечером. Насекомые прилетают и куры. Ну, я вижу, что куры ходят, собирают внизу. Ну, что-то сегодня, видимо, после дождя и насекомых даже нету. А так куры по вечерам ходят, их ищут. Ладно, завтра утром увидимся. Вот время у нас 21:48. Эти часы немного гонят, уже 23. Ну вот 15 градусов, видите, на улице. 15 градусов, вполне комфортная температура. Посмотрим завтра во сколько, утром во сколько, сколько будет. Собаки немного стали шевелиться. Джесси, эй! Багира уползла туда. Багира! Смотрите, как красиво цветут лилии красные. Уже стемнело. Вот они. О, здесь ты даже встала сидеть. Здорово. Ай, ой, здорово, давай, давай. Сидеть. Не надо вставать. Сиди. Давай, давай. О, давай нормально. Ой, молодец. Все, хватит здороваться. Мы сегодня. Здорово. Все, вот такая мама здоровается. Пар идет, видите. Так, все, у нас каша готова. Там еще есть пшеница, свекла и пшеница. Все, это все кипит. Сейчас будем в то ведро засыплю зерносмесь и будем мешать. Вот смотрите, все, вот здесь зерносмесь, кукуруза, овес, ячмень, пшеница, горох и так далее. Все, что у меня есть, я вот молю и делаю. Курей я кормлю очень калорийно, потому что они нас, куры нас кормят. Я их кормлю, они нас кормят в 10 раз больше, чем я их. Смотрите, какой навар. Вот она, пшеница уже вареная. Вот она, мясо, жир. Это свекла. Сейчас. Вот куски свеклы, мясо. Свекла разваренная. Вот. Все. Сейчас это все мешаем. Джесси, ты наешься когда-нибудь, нет? Это Джесси бы с удовольствием сейчас это ведро бы просто выпил. Вот. Пшеница, видите, вот она. О, пар. Пшеница разварилась. Ведерко пшеницы там, литра 3. Рыба. До этого я кормил рыбой. Рыба позавчера, по-моему, кончилась. Я ее варил с мясом. Надо будет заказывать рыбу. Вот так. Все. Это мы сейчас. Сейчас вы видели 10 часов вечера примерно. Без 10-10. Это все до утра разбухнет, настоится, пропитается, остынет. И утром мы будем давать это нашим курочкам. Это дается только утром. Ладно, я сейчас размешаю, до конца добавлю воды. Это дается только утром. В обед дается пророщенка. Вот она, пророщенка. Она вот она. Сейчас я ее с вечера замочил. Даже не с вечера, да, с обеда, наверное. До завтра, до обеда она постоит, промоется и дастся курям. И вечером зерносмесь сухая, там может быть с водой что-нибудь разбавленное. Это на я кормлю сейчас вот такой кашей один раз в день утром. На ночь даю зерно, чтобы было калорийно. Ну все, до завтрашнего утра. Все это пускай стоит. Уже у нас поздно, так что скоро будем уже спать. Завтра вроде пообещают нормальную погоду. Ну, солнце. Два дня были дожди, завтра будет жарко опять. Ладно, до завтра. Завтра увидимся утром. 6:30 утра. Время. И температура 13 градусов. Ну, почти 14. У нас пасмурно сегодня. Ну, сейчас должно распогодиться.
полнейший штиль. Ну что, вот, Джесси ходит. Джесси, Багир, все, переварили, о, подтянулись. Ладно, пойдем смотреть. Все, вот каша у нас. Вот она, видите, какая сейчас стала рассыпчатая. Еще даже пар идет он. Еще там внутри тепло. Ну все, пойдем кормить. Куры, видите, как накинулись на эту кашу. Не дождутся, когда мы их будем кормить. Все, сейчас пойдем кормушки это все давать. Все, сейчас это они все съедят и пойдут нести яйца нам. Вечером посчитаем, да, примерно до 4 часов все снесутся. Вон кто-то мясо схватил, бегает. До 4 часов соберем яйца потом. Смотрите, вон как, где домик, как цветет. Сейчас все, цветы. Где этот домик стоит? Все в цветах. Там даже и пахнет так вот, так приторно. Медоносный цветок какой-то. Цветы. Вон там много. Пойдемте уток сейчас будем кормить. Уткам дадим. Бройлеров оставил 4 штуки. Чуть-чуть докормим их. Они выросли на дробленке. Этот, им сейчас где-то 45 дней, наверное. Чуть, может, меньше, чуть больше. Ну, средний вес вот мы зарезали. 26 штук. Средний вес примерно у них 2 килограмма. Чуть больше, чуть меньше. В основном по 2 килограмма. Кормил вот это местный производитель. Дробленка для бройлеров. И я свое все мешал, свою дробленку. Это все перемешивал. Это уже... У меня дробленки не осталось, я вот вчера привез, купил, поехал для них еще комбикорм, чтобы их дорастить. Ну, остатки уйдут курям. Нашим цыплятам сейчас дадим эту же кашу, то, что давали курям. Вот они, цыпки, смотрите, какие они уже. Они уже... Куда ты ушла? Увела их. Вот они. Цыпки, ой-ой-ой, они уже становятся больше мамаши. Вот они, наши цыпочки. Сегодня пойдут на улицу, 2 дня сидели дома. Им, наверное, уже плохо здесь в клетке. Сегодня солнышко, у мамаши уже, видите, хочет их вывести. Сегодня этот, пойдут гулять попозже, сейчас чуть потеплеет. Цыпа. Сейчас мамаша, о, он проезжала. Только не греби. Цыпа. Сейчас он гребсти начнет. Вот, я же говорил, не греби, блин. Сейчас, вот, вот, зараза какая, не греби. Все раскидаешь сейчас. Вот привычка у них, гребсти сразу. Все, вот так вот. Все, поехала.
ребята. Такую хотел положить посуду с большими бортами. Ну, блин, вон малыши эти, японки, вон, видите. Вот, эти туда просто не залезут. Эти-то залетят, вон японцы есть мелкие вообще. Они в эту посуду не залезут. Поэтому, ну, поднос. Я им сейчас уже даю кашу вот такую, комбикорм. Ихний цыплячий стартовый. И такую кашу тоже даю. Что, привыкали к моей идее. И вот комбикорм здесь стоит. Ну ладно, все, пускай кушают. Это будущие наши кормилицы, несушки. Доминант. Смешанный с декалбом. Петухи-доминанты, куры-декалбы. Ну и вот доминанты черные тоже. Это уже чисто от самих доминантов. От курочек. Че? Че только вот опочули, затихли. Пойдемте вот это кормить. Вот здесь градусов сейчас. Ну вот у них там внутри 22 градуса. Но этот гигрометр немного, конечно, неправильно показывает. На градусов 5 даже возможно. Ну там где-то градусов 18-20 есть по-любому. Все, пойдемте. Корова поет. На втором этаже. Пойдемте вот это кормить. Ком. Я сейчас дам, там я посмотрел, куры уже сидят на яйцах, потому что ту мешанку я оставил им. Здесь вот дробленая, это ячмень дробленый и отруби. По ведерку утки много не едят, хотя они этот, они у меня целыми днями на вольных лугах. Они там очень много наедаются травы, разные живности водяной, поэтому... Здесь около 25 штук. Есть огромные, огромные селезни, вот они белые. Вот это молодежь еще вся. Ну не вся, здесь есть 4 самочки взрослых. А, ну черно-белых будем убирать, ладно. Пошли кормить. Так, яиц еще, ой, блядь, там мокро, яиц еще нету. Ну, это, попозже яйца соберем, это яйца пойдут попугаем. Голуби на улице сидят, попозже тоже шугнем их. Ну все, пускай кушают, поедят и потом пойдут в ручей. Они вот, они сейчас вроде бы начали кушать, и все. Больше половины это всего останется. Вечером доедят. Хотя вообще даже не подходит. Все, ладно. Попозже сейчас поедят. Пойдем выгонять их в ручей, в пруд. Такая тишина. Вот. Где-то птенец Горехвостки кричит. 31 июля. Июнь-июля, да. Все, птицы вообще перестали петь, никто не поет, никто не кричит, как в июне, например, или в середине июля. Все, дело идет к осени. Дело идет к осени. Птицы уже перестают петь. Вот он. Динозавр летит, чайка. На китой, наверное, на речку. Вот птенец. Кричит вот здесь Гореховский.
Скворечники, которые я вешал в двух гнездах, вывели горехвостки птенцов. Так что все, тишина. Тишина, скоро через месяц, через 30 дней осень. И опять зима, опять снег. Так и крутится, вертится. Все очень быстро. Да, Джесси? Ты такая грустная сидишь. Переварила все. Багер! Все, зашевелились. Переварили. Теперь ходят за мной. Вчера лежали пластом. Переели. Ладно. Пойдемте уже попугаев кормить. Сейчас вот единственный песни, шум, это вот с вольера идет. От птиц. Дикой птицы. Сейчас оно занято воспитанием потомства. Вон, едят крапиву. Все обкружили крапиву и семена лопают. Сейчас покажу. Вон там мелкие семена. Вот они с удовольствием едят. Ладно, сейчас буду их кормить всех. Попозже увидимся. Молодняк вылетел. О, осторожно. Эти родители как за ними летают. Там штук 5 и все белые. Это все летина. Папаша, вот он. Вот природник, вот они, родители. И все птенцы, там трое еще в гнезде сидят. Или двое, три птенца вылетело. И, да. Мамаша за ним бегает. В вольере немного опасно, блин, птенцы когда вылетают. Потому что разбег 3 метра, даже 4 метра, блин. И об сетку ударяется иногда очень сильно, поэтому... В клетках, конечно, поосторожнее будет. Вот птенцы сидят, там папаша в середине. Два птенца. Здесь вообще сейчас кипиш будет. Здесь тоже их штук 5. Наверное, домик еще залезли. Вон сидят. Здесь, а где вообще? Здесь тоже вылетели, а здесь все самочки. Может, или сзади там, или гнездо. Вот зараза, они никогда не трогали. А это сейчас, по-моему, голову общипали. Здесь две самочки вылетело. Одна, наверное, вон там за домиком спряталась. Поэтому у всех птенцы сейчас кто-то сел по новой накладку. Все, будем их кормить. Вот их утренние. Яиц еще нету. Яйца принесу. И травы. И все, давайте будем сейчас их всех кормить. Почему забыл сказать, нету яиц сейчас? Потому что куриные разбирают все прям подчистую. У меня вообще их не остается. Утины и утки еще не снесли. Сейчас подождем уток. Если утки не снесутся, ну должны, 2 яйца минимум должно быть. Будем брать у курей яйца. Ну хотя уже можно и не давать сегодня. Осторожно. Хотя можно сегодня не давать, потому что птенцы уже, видите, здоровые, вылетают. Можно и обойдутся один день без яйца, ничего страшного. Это когда малыши только вылупились. Вот тогда надо, конечно, следить, чтобы яйцо, каша там постоянно были. У мадинок процесс идет, вроде бы. Вот 4 птенца. Вот эти 2 яйца выкинуть. Так, да, пустые яйца. Чтобы не мешались. Вон они. Лишь бы с ними ничего не стало, а то бывает, что птенцы все есть, потом раз и пропали. А куда их дели?
съели, что ли, или что, не поймешь. И не найдешь же их потом. Здесь две пары. Здесь были. Вот здесь были птенцы, по-моему, два штуки. Нет. Я говорю, они едят, блядь. Тем один. Не думайте, маленькие. Это орлы еще те, блядь. Мясо еды. Пропадает, ну реально не находишь их. Куда они деваются? Ни на земле, нигде их нету. Такое чудо и происходит с самодинами иногда. Вот утки вышли. Алина их в воду загоняет. Помощница моя. Все, все поплыли. Ладно, не беги, не беги. Сами пойдут. Ладно, это взрослые, они не хотят купаться. Потом они сами залезут. Все, умница. Все, загнала. Пойдем смотреть, как плавают. Вот отсюда. А? Отсюда. Вот видно будет. Ну, на утки идем, давай посмотрим с тобой. А, видишь, как плавают. Сейчас купаться начнут уйти. Вот, все. Вышли на целый день. Я на балку. Угу. Вода вон кристально чистая. Джесси, ну уйди. Вот они. Джесси, уйди, не мешай. Вот, сидит. Тоже не помещается в экран. Я рыбу поймала. Угу. Ой, этот селезень. Селезень, зараза, утят молодых гоняет. Уже селезни уже эти кораллы начинают проявляться. Это вот самые маленькие. Красные. Ну, что-то не то. Они, ну, сейчас они, видите, каждый день в пруду. Если, например, пару дней не вывести их, ну, такого не бывает. О, здесь вот такое купание идет. Если, например, долго утка не купалась. Что ты там поймала? Рыбу. Ой, что за рыба-то? Подожди, да. Не шевели. Ладно, отпускай ее. Отпустила. Ну, молодец. Всю крапиву обглодали. Вокруг берегов. Еще поймал. Ни и ряски, ни вообще, ни грамм ряски нету здесь. Вот и... О, не надо, это уже выкини. Это на берег, ну ладно. А, вон купаться начали. Вот сейчас это... вот. Начали купаться. А что они не ныряют? Ну, не хотят. Сейчас вон что-то начали вроде бы. Он ныряет, вон. Они... О, как рыбы ныряют, да? Плавает. Ой, рыбу поймали. Вот маленькая. Ага. Маленькая. Не ныряют. Они когда начинают нырять, вообще интересно. Вот, ну-ка ныряйте, ловцы. Ну ладно. Вон там далеко купается. И вот маленькая, смотри. Сейчас, Алиночка. Джесси, уйди. Угу, вот, что-то тину поймала. Ну ладно, все. Пойдем сейчас работать. А вечером яйца соберем, кури, посмотрим, сколько сегодня нам курочки снесли яиц. Все, уточки. Пойдем что-то цыплят с тобой выгонять, да? Надо цыплят еще вывести на улицу. Вот. Угу. На, пойдем цыплят с тобой выводить. Все, дети тоже на улицу вышли, цыпки наши. Вот они. Побежали. Сейчас мать им малину нарвет. Нет, пошли мимо. Вон они соскучились. Два дня сидели в клетке. Сейчас будут лазить в огороде. Это милое дело. Это вот прям все так сложилось, что вывелись вот в один день все эти, вот эти цыплята у нее и в инкубаторе. Это же надо было так. И все, видите. А так вот, если бы они одни, один туда убежал, второй туда убежал, третий туда. А так вот, мать с ними, и все, они кучей ходят. Все, пошли они комаров долбить, наверное. Ладно, пускай гуляют. Голубей еще хотел показать. Вот, летает. Это все молодежь в основном. Времени нету гонять, но летают так. Минут 10-20 полчаса ходит иногда. Сейчас вот мамаша взрослая забивается вот игрою. Вот пошли вверх.
молодые, все молодые. Пока Копчар еще никого не забирал. Что, ладно, пойдемте. Все, пойдем на стройку. Начинать строить. Вот время. Сейчас дал курям кушать. Полдник вечерний. Ну, сам зашел забирать яйца. Вот такие крупные. В этих новых гнездах немного есть, что? Там яйца. Здесь яйца. В основном все яйца лежат вот здесь. Здесь вот она, гора. Гора яиц там. Курица еще сидит. Еще не все отнеслись. Это клушка, что ли? Как они вот такие клушки, декалбы, супер несушки, и они еще становятся клушками, это, блин. Ну все, сейчас собираем яйца, считаем, сколько всего вышло, потом покажу. Вот наш урожай, сегодня 62 яйца, но там еще сидели курочки. Так что, несут, здесь есть и очень крупные, красные бывают, вообще огромные, но сегодня красного нету, белых. Штуки 4-4, двужелковых. Вот так. Сегодня наше действие, завтра наш результат. Все зависит от того, что делать сегодня и завтра. Получите результат. Если ничего не делать, ничего не получите. Поэтому, ну вот так. Сегодня день прошел, время уже. 5 час, мы на стройке целый день. Сейчас вот покушаем, пообедаем и опять на стройку. Ну ладно, спасибо за просмотр. Всем пока, скоро увидимся.